Базируемся, объясняем ход процедуры, получаем согласие пациента. Подготавливаем необходимые инструменты. Обрабатываем руку на гигиеническом уровне, надеваем стерильные перчатки, осматриваем рану, подготавливаем стерильные шарики, смоченные 70% этиловым спиртом. Начинаем обработку ран от центра к периферии. Берем стерильные салфетки, накладываем на непосредственную рану, вторую чуть побольше накладываем на рану. Берем отрезок бинта длиной 80-90 сантиметров, накладываем на длинную область, концы просим пациента придерживать. Проводим циркулярно 2 тура. Петлеобразно огибаем об уздечку. Повторяем движение до полного закрытия волосистой части головы спиралевидными движениями. Каждый последующий тур должен закрывать на 2/3 предыдущий. Конец повязки фиксируем на подбородок. Излишки убираем.